We have Sajjad Habibi from Team Iran in the red shirt. Eldor Sawido from Team Russia in blue shirt. Саджад Хабиби из Ирана против Ильдара Саидова из России. Ильдар еще один леглокер. От него мы, конечно же, тоже ждем заход на ноги. Буквально, наверное, с первой секунды. Очень много мы видели леглоков от Саидова. Я думаю, что сейчас они тоже не заставят себя ждать. Сразу Саидов пулит гард. Подъезжает. Да. Будет делать вот эту вот всю привычную нам грязь. Грязь, которую мы называем красотой? Да, именно так. Ну вот Саджад по-классски присел на колени, таз держит далеко, никуда особо вперед лезть не хочет. Ну а Саидов пытается подзаправить под него ноги. Ну Саджад вообще, да, прям зачищается от болевых на ноги с самого начала схватки. Нет, блин, как побеждать-то? Как побеждать? Ну окей, ты можешь, конечно, да, совсем оторвать свой таз далеко от соперника, еще встать, да, походить вокруг. А выигрывать как? Задача выжить. Подъезжает Саидов, почти взял халфгард, но таки не дает иранский спортсмен ему этого сделать. Можно сказать, избегает контакта. Так, баттерфляй. Раскакивает, раскакивает баттерфляй. Но не дает ему закрепиться и ранец. Да, Саджад, видимо, понимает, против чего ему приходится работать, но в то же время он явно не понимает, как сам он будет эту схватку выигрывать. А защищаться ладно, как побеждать, непонятно. Ну и, кстати, сейчас он получит пассив через 5, 4, 3, 2, 1, да, он получит один пенальти балл. Но таки продолжит держать свой таз далеко от Саидова, не давать ему атаковать, не атаковать сам. Спойлерить все попытки Саидова как-то подъехать под него, законтачить там, потрогать его ноги. Ну, это, конечно, тоже тактика, но непонятно, куда она приведет. Ну, от более-менее какие-то активные попытки прохода гарда мы наблюдаем. Они ничем совершенно не увенчиваются, и это было достаточно коротко, но хорошо. Иранец немножко коротко, включается. Несколько вяленько с точки зрения техничности, неубедительно и, может быть, даже неуверенно. И вот, пожалуйста, Саидов набрасывает треугольник. Тут же перепрыгивает тут же на ногу, прям, да, цепляется за нее, как паук за эту ногу, и сейчас он отсюда пойдет, нет, никуда не пойдет, потому что, да, иранец просто выпрыгивает из всех захватов. Но это было интересно, да, очень быстро накинул треугольник, немного не хватило плотности, чтобы его дозакрыть. Ну а Саджад продолжает действовать в очень такой защитной манере. Второй раз для него идет отчет пассивности. И он вроде начинает даже работать, какие-то лэг-дрэги делать, пытаться проходить. Ну ладно, один лэг-дрэг сделал, попытался пройти влево и опять встал на месте. Саидов цепляет локти, цепляет руки, цепляет за шею своего оппонента, пытается подцепить ноги, ничего из этого у него не получается. Хоть как-то захватить и сохранить нужную ему дистанцию.
А все-таки Ранец получит и второе предупреждение за пассивное ведение схватки. Да. Вот оно, второе предупреждение. Осталось 2 минуты до конца. Ну, да, Саидов может выиграть, безусловно, и вот за счет пенальти для иранца. Но мы с вами ждали другого. Мне кажется, на месте иранца что? Ну по рубийству. Лучше попасть в хайлайты, чем проиграть 0-0 с тремя там пенальти. С тремя пассивностями, да. Ну да. Ну такое. Ну дай ты возможность своему оппоненту получить удовольствие от хватки, от победы. И нам, в конце концов, и зрителям на ютубе. Очень далеко у него таз для подобных проходов гарда. Он как будто бы изображает активность, но да, даже пытается, не пытается пройти. Как будто пытается оббежать по очень большой орбите. Ну, третья пассивность начинается. Ну, такое, да, такое. В итоге ни одного захода на ногу мы так толком и не увидели здесь. Увидели попытку треугольника неплохую. Может быть, сейчас, кстати, нет. Ну, все равно, прям фреймит соперника иранец. Непонятна его тактика. Просто сохранить здоровье своих конечностей. Вот, попытка прохода была. И глянь, что творит. Ну, окей, допустим, тактика Саджада была именно в этом. Чтобы как-то попытаться поймать на ошибки и пройти гард. Что у него, кстати, практически получается. Закрепить позицию пока не получается. В черепаху сворачивается Саидов. 28 секунд осталось до конца. И сейчас, кстати, может забрать спину Саджад. Действительно, может быть, тактика была в этом. Один крюк есть, но... Ильдар Саидов кувыркается. Я даже думал, что он там пойдет на колено в какой-то момент. На колено он не пошел. Саджад сейчас, наконец, включился в последние 30 секунд этой схватки. Возможно, вот. В этом и была тактика. Возможно, он просто поверил в себя после того, как раз почти прошел гард, и, ну, закрепиться у него не получилось. В принципе-то он был достаточно далек, но попытка была такая неплохая. Возможно, он поверил в себя и решил, что, блин, а чё, так можно было? Почему я не работал-то все это время? И решил поработать, но разведка уже поздно. Заняла чуть больше времени, чем планировалось. Ну да. Ну что же, он немножко подутомил российского атлета. Это небольшой игрой в догонялке. Ну, я не, что могу сказать. Будем надеяться увидеть шикарный леглок в следующем поединке Саидова. В следующем поединке Саидова. Против бразильца Леандра Де Паева.